первые ознакомительные встречи руководства ЦИК Республики с представителями ОБСЕ, что будут работать на этих президентских выборах. В Татарстан приехали два долгосрочных наблюдателя – Нильс Нельсон из Дании и Эльжбета Свидровска из Польши. Оба в нашей республике впервые. Татарстан, в первую очередь, это далекая точка. Это означает, что и культура будет сильно различаться. И это хорошая возможность, чтобы здесь узнать больше о культуре Татарстана. Были приглашены федеральным правительством для того, чтобы осуществить наблюдение за президентскими выборами в Республике Татарстан. Затем, как проходят выборы, ОБСЕ следит в полусотни стран-участниц. В этот визит в поле зрения международной миссии традиционно будет работа избирательных комиссий всех уровней, агитация кандидатов и освещение выборов в СМИ. Мы обсуждаем все элементы, связанные с администрацией выборов, с общей атмосферой здесь. И да, то есть обсуждаем, мы спрашиваем тоже о сложности, которые появляются, чтобы понимать, какая ситуация. Как рассказали на встрече с руководством татарстанского ЦИКа, в республике проблем с организацией выборов нет. Наблюдателям сообщили, что на треть избирательных участков проследить за процессом можно будет через камеры видеонаблюдения, а 42 комиссиям почитать голоса помогут автоматизированные комплексы. Наблюдатели изъявили желание с нами контактировать. Мы, соответственно, тоже же подтвердили, что мы открыты, и, соответственно, на все вопросы, которые они будут задавать, будем обязательно находить ответы. Более того, у них есть желание посетить и несколько наших районов республики. 13 марта к своим коллегам в российских регионах присоединятся еще 420 краткосрочных международных наблюдателей. Они будут посещать избирательные участки, следить за ходом голосования и подведением итогов выборов. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.